101 исследовательская и 473 творческих работы, посвященные правовым темам, подготовили школьники Подмосковья для конкурса «Права человека глазами ребенка» в течение учебного года. Среди победителей и призеров были отмечены и школьники Одинцовского округа. Так, первое место в номинации «Творческие работы» среди учащихся 5-8 классов занял шестиклассник Марк Милиманов из школы «Сосны». В числе тех, кто получил поощрительный приз, оказался первоклассник Роман Орлов из Одинцовской школы «Надежда». Также призы вручили и победителям ежегодного Московского областного смотра конкурса результатов деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в образовательных организациях. В номинации «Восстановленное право» лидером стал социальный педагог Сергей Борискин из Старогородковской специальной коррекционной школы-интерната имени заслуженного учителя Фурагиной.